команда, которая реализовывает молодежную политику, и на каждом объекте, который здесь расположен, указали, соответственно, их, и по QR-коду можно перейти на эти команды и посмотреть. За две смены в форуме поучаствовали более 500 уральцев, в их числе 67 ямальцев. Наши ребята приехали не только за знаниями и опытом, но и за грантами. Ямальская делегация выиграла суммарно более 1,5 миллиона грантовых рублей от Росмолодежи. Поддержали Надымскую мастерскую «Добросборка», бюро переводчиков из Салехарда, а самый внушительный грант форума достался Ане Губер. Девушка из Муравленко планирует открыть в городе урбанистический воркшоп «Среда». Я вам от души!